Всем привет! Сегодня мы представляем насос SCAD 4. Это насос для профессионального использования. У него цельносварная полипропиленовая конструкция, высокая труба. Вход в насос через ручки, в которых сделан фильтр из нержавеющей стали. Это единственная железная деталь в этом насосе, все остальное сделано из полипропилена. Клапан на выходе и силиконовый шланг, который до минус 25 по характеристикам сохраняет свою эластичность. Ну, в реальности у нас таких температур не надо, но градусов до минус 5 реально у водников температуры бывает. Этот очень прочный шланг позволяет, опять же, переехать на машине разок-другой, при этом не разрушаясь. Очень легкое качание. По сути дела, даже если мы вот так опускаем ручку, уже чувствуется давление воздуха, которое идет из шланга. У него есть ручка для переноса его. Также это не просто ручка для переноса. Обязательно обращаю внимание, что шланг, когда выходит из клапана, обязательно должен проходить через эту ручку, в связи с тем, что нагрузка на вот этот узел уменьшается значительно. И вы качаете лодки, они, как правило, выше этого уровня. То есть это какой-то борт, еще какой-то борт. То есть это просто удобно и безопасно для слома шланга. Ну и этот насосик работает примерно вот так. Достаточно одному человеку небольшой объем, вот, например, типа баночки от Рафта, накачать очень легко. Работал обратный клапан, очень легко и просто качать этим насосом. Пока, лучший насос на сегодняшний день в России.